Бессонные ночи, изнурительной подготовки к экзаменам позади. На факультете физико-математических и естественных наук РУДН долгожданный момент вручения дипломов. Факультет готовит высококвалифицированных специалистов в области физики, прикладной математики, информатики, информационных технологий и химии. Почему химия? Это на самом деле трудный вопрос. Но есть простой ответ. Просто химия – это самое лучшее, что есть на физмате. Да, не просто цифры, но и что-то ты и руками делаешь, и головой работаешь, и рассчитываешь, и взвешиваешь. И открываешь что-то новое. Факультет по праву считается и самым сложным. Из 202 человек, поступивших в бакалавриат в 2008 году, закончили вуз лишь 132, в их числе 10 иностранцев. Магистратуру окончили 87 человек, а специалитет 10. Закончить вуз сложно, но все-таки возможно. Интересно отметить большое численное превосходство девушек на факультете. Они смогли с точностью рассчитать собственные силы и одолеть сложные формулы. А сегодня оглядываются назад, в начало своего пути, и анализируют изменения. Во-первых, наверное, проучившись на физмате, все-таки характер у тебя очень закалился, ты стал как-то так относиться ко всему миру намного по-другому, то есть, по крайней мере, у меня. То есть, какая я шла на первый курс с моим мировоззрением и какая я вот сейчас выхожу, очень много изменилось. Я стала смотреть, более сказать, точно на жизнь. И, наверное, самый главный урок – это то, что вот просто очень сложновато было учиться, и как бы мы учились выживать. И вот то, что ко всему нужно относиться, как бы, так сказать, с легкостью и никогда не унывать, то есть до конца идти, и все получится. Мы действительно очень многие изменились за все эти годы, за эти 4 года. Я могу сказать, что это благодаря в том числе и нашему университету, который дал нам очень много знаний, много чего полезного, в том числе с помощью той атмосферы дружбы народов, которая здесь царит, с помощью общения с людьми из разных стран. В общем, я очень благодарна нашему университету. И я считаю, что обучение здесь тоже было важный этап моей жизни, очень важные уроки я здесь получила жизненно. А также сказать большое спасибо преподавателям, да, которые иногда нас очень держали в кулаке, но благодаря этому мы научились всему. У нас самые лучшие и любимые преподаватели. Вы знаете, мне запомнился один экзамен, когда я сдавала по дифференциальным уравнениям. Я очень боялась, потому что было очень строго, и преподаватель сказал, что категорически запрещаются любые какие носители, неносители, списывание, не списывание. И когда я шла на этот экзамен, я подумала, что вот сейчас, как в последний раз, как в бой. И вы знаете, после этого я поняла, что каждый раз так и должно быть. Когда ты идешь на экзамен, ты идешь как в бой. Причем бьешься ты сам с собой. Победишь ты или не победишь, это уже зависит от того, какие у тебя силы и насколько тебе повезет. На церемонии награждения не обошлось и без сюрпризов. Выпускники из Кот-д'Ивуара выступили с зажигательным национальным танцем, который никого не оставил равнодушным. Члены ученого совета и зрители активно поддерживали выступающих. Дипломы с отличием выпускникам факультета вручил ректор РУДН. Владимир Филиппов пожелал им не останавливаться на достигнутых результатах. В чем же залог отличной учебы и как получить этот желанный красный диплом? Это нельзя просто вот захотеть и получить его изначально. Это, во-первых, работа, это интерес к данной специальности, которую мы выбрали. Это большой труд научной руководительницы глобальной, которая сумела организовать мою работу, сумела мне помочь. Да, соответственно, было мое желание идти по этой специальности, заниматься научными разработками. Лидером по количеству дипломов и наград стала Анна Ивина, единственная отличница по направлению физика. Эту ночь не спишь, неделю не спишь, но потом сдаешь экзамен. Примерно так. То есть это постоянный труд, это ты просыпаешься посреди ночи иногда и думаешь, что тебе еще надо сделать. Это вообще жутко было на самом деле. Особенно первые 3 курса. Я не знаю, как мы вообще выжили. Впереди свободное плавание, большие перспективы, но расставаться с родным университетом студенты все же не спешат.